А где же Дедушка Мороз? Дедушка Мороз! Ау! Чего тебе, девочка? А я за подарочками пришла. До Нового года еще целая неделя. Ступай домой, а в новогоднюю ночь будет тебе подарочек под елочкой. Не-не-не-не-не-не, я в том году ждала-ждала и не дождалась. Так что, дедушка, слушай внимательно. Так уж сложились обстоятельства, что лучшим подарком на Новый год для меня нынче будет новая мебель. И все счастливые новоселы меня поймут. В общем, дедушка, не скупись и порадуй дежурную. Недаром же я пришла в твою рождественскую деревню. Стул хочу, дедушка, как у тебя. Нельзя, как у меня. Это дедушкин стул, а я тебе другой подарю. И стол в придачу, чтоб не обидно было. За хорошим обеденным столом и еда вкуснее, и разговоры задушевнее. Здесь вся семья поместиться сможет. А если вдруг нагрянут гости, так стол и раздвинуть можно. Тогда точно всем места хватит. А еще, дедушка, к столу кухню бы не мешало подарить. Белую-белую, прям как снег. А еще функциональную и современную. Буду я на той кухне готовить и тебя добрым словом вспоминать. Хорошо тут у тебя, дедушка, уютно. Я бы вот тут еще диван поставила, и вообще бы отлично было. Не нужен мне здесь диван. А мне нужен, дедушка. Ты не представляешь, как мне нужен диван. Ну, пожалуйста. Да что ж такое? Такой диван, дедушка, создаст у меня дома неповторимый стиль. Этот предмет мебели идеально впишется в классический интерьер. Фигурные резные спинки, изогнутые подлокотники. Здесь каждый завиток, как произведение искусства. Такой представитель элитной мебели никогда не выйдет из моды. А благодаря своему качеству будет радовать меня очень долго. Ты чего здесь спать удумала? А мне негде спать, дедушка. Диван у меня выключила, и не стыдно? Ну, не хочу на диване, хочу на кровати, в спальне. Ну, пожалуйста. Это же последнее желание, наверное. В общем, вот, Дедушка Мороз, спальня моей мечты. Белая кожаная кровать будет уместна как в классической спальне, так и в спальне стиля хай-тек. Хотя нет, дедушка, хочу спальню цвета слоновой кости. Я прям вижу, как буду просыпаться по утрам в такой кровати. А еще в моем доме есть одна комната, там бы детскую сделать. В общем, пока дедушка не опомнился, надо добить его еще одним желанием. Дедушка, ну и вот последнее желание. Жениха бы мне в новом году покрасивее, да побогаче. А ты сказку «Золотую рыбку» помнишь? А помнишь бабку оттуда? Ну ладно, дедуль, ну что ж ты так сразу? С женихом я уж как-нибудь сама не маленькая. Низкий поклон тебе от Марины, дежурной по рубрике. Я пошла. Ступай, внучка.